Приветствую вас. Если честно, то ситуация на самом деле такова, что мы не знаем вашей истории. Мы не знаем вашей ситуации в целом. Мы не знаем, как вы выстраиваете отношения. И мы не знаем, собственно, каких мужчин вы выбираете. С точки зрения психологии, с точки зрения психологической науки, если вас бросают мужчины, да еще и в результате какого-то времени определенного, да, то есть по истечению какого-то определенного времени, вот, в данном случае это месяц, получается. Вот. То здесь что-то не так с вашим поведением и целями. То есть, с одной стороны поведение, с другой стороны цели. Значит, давайте я, наверное, поясню. Во-первых, поведение, да? Мужчина, если он вот хочет быть с женщиной, вот, он, наверное, должен чувствовать себя мужчиной. То есть, если он себя мужчиной и женщиной не чувствует, то вряд ли он с ней будет. Вот, вряд ли он будет с этой женщиной в отношениях. Вот. Чувствуют ли мужчины себя с вами мужчинами, да, чувствуют ли они себя так? Вот. Это, на мой взгляд, большой вопрос. Вот это зависит от мужчин, разным мужчинам требуются разные условия для того, чтобы почувствовать себя мужчинами, вот. Поэтому данный аспект нельзя не учитывать. Данный аспект нельзя не забывать, вот, то есть, ну, это нельзя исключать, вот, поэтому одно из основных, это понять, вот, каких мужчин вы выбираете для отношений к себе. Для своих отношений, каких мужчин вы выбираете. И надо смотреть, что нужно этим мужчинам для того, чтобы чувствовать себя мужчинами с вами. Это вот такой аспект. Идем дальше. И следующий важный момент – это ваша модель женского поведения. А точнее ее генезис. То, как вы ведете себя в отношениях, как вы ведете себя в начале отношений, как вы ведете себя, может быть, в течение этого месяца, то есть, да, и как вы ведете себя в конце месяца, очень важно. Очень важно, в том числе и для вас, не только для мужчин, да, не только в контексте того, что мужчины, чувствуют или не чувствуют себя
с вами, мужчинами. Вот. Еще очень важно и то, как вы себя ведете, какое ваше поведение, да, вот именно поведение ваше очень важно. Это тоже нужно анализировать, и исходя уже из этого, можно будет делать определенные выводы и, соответственно, скорректировать. Значит, смотрите, если ваша модель поведения соответствует модели поведения вашей, допустим, мамы, ваших родителей, вот, то нужно выходить из родительского сценария. То есть, если у вас есть родительский сценарий, вот, который вам, собственно, и, ну, не позволяет выстраивать такие гармоничные отношения. Вот. Если сходства с родительской моделью нет, то просто нужно искать ошибки и их корректировать. Вот. Такая история. Это то, что касается поведения. Теперь то, что касается целей. Как вы помните, я еще сказал и про цели. Любая цель создает мотивацию. Вот. Любая цель создает мотивацию, и это нормально. Чем цель важнее, чем цель нужнее, чем цель ярче, тем она для нас более желанна, и тем сильнее наша мотивация насчет, ну, ее достичь. Вот. Но проблема заключается в том, что мы не всегда адекватно воспринимаем и контролируем целеобразование, а также не всегда конструктивно направляем мотивацию для достижения этих целей. То есть вам важно понять, для чего мужчина вам нужен. Вот лично вам мужчина зачем? Ведь очевидно же, что вы пытаетесь отношения построить. Очевидно же, что вы хотите эти отношения построить. Очевидно, что вам это нужно. Совершенно очевидно. Вопрос только в том, зачем? Зачем вам это нужно? Почему вы хотите отношения с мужчинами? Что вам это дало бы? Что вам это дает? Как вы себя чувствуете? Какие цели? Чего вы хотите для мужчин? Может быть, они потому от вас и уходят ровно через месяц, что именно через месяц вы начинаете чего-то от них требовать. От мужчин, собственно говоря. И из-за этого и возникает такая вот проблема. Из-за этого возникает такая вот история. Вот. То есть тут вот эти моменты нужно проанализировать. Чем лучше мы эти моменты проанализируем, да? Чем лучше мы будем о них знать, чем больше мы будем о них знать, тем лучше будет для нас. Опять. Вот. Вот примерно так можно ответить вам на ваш
вопрос. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Ну а я желаю вам всего самого доброго и удачи.